Линда, друзья, не знаю, что испытывала эта малышка. И не знаю, как она оказалась возле нашего забора, но она лежала в снегу и плакала от боли, от холода. Это было... Не поверите, ребята, это было жутко. Слушать вот этот скулёж раненого зверя, который пытается приласкаться, чтобы только ей помогли. Это переворачивает душу. Мы сначала думали, что ее сбила машина только-только. И лишь в больнице поняли, что у ребенка застарелый перелом. Но из-за вот этих сильных морозов я представляю, какая боль была у дитя, что она так сильно плакала. Не приведи, Господи, кому-нибудь из нас испытать эту боль. Мы смогли помочь Линде. Благодаря вам, друзья. Спасибо, мои хорошие. Сейчас она выздоравливает. Боль все еще есть, но девочка у нас получает антибиотики и болеутоляющие. А главное, она в тепле и сытая. И это благодаря вам. Спасибо, мои хорошие, за то, что вы есть. Застарелый перелом плечевой кости внутрисуставной. Возможно, нужно сделать артродез. Это Линда после операции отходит от наркоза. Друзья, что привело вас на нашу страничку? Простое любопытство? Или все-таки сострадание и милосердие, и вы хотите помочь? Этот канал – помощь бездомным животным, попавшим в беду. Вы пришли к нам помочь? Если да, то я вам искренне благодарна. Потому что боль, она у каждого живого существа. Боль. И неважно, человек это или животное, это просто боль. И облегчить ее можем только мы с вами. Для этого и создан канал «Лохматая душа». Доброго здоровья вам, люди. Не болейте. Никогда не болейте. И доминует вас страдание. И минует вас проблемы. И доминует вас боль. Добра вам, люди.